друзья, всем привет! Мухинмото с вами. Вещаем из Гуа. Посмотрите, что мы здесь устроили. Пыль, шум, гам. У нас сегодня открытая тренировка. Моторадео будет. Сейчас у нас закольцованная трасса по мото Джимхане. Очень кайфовая штучка. Разминочная. Да. Разминаемся. Раскатываемся. Здесь у нас есть несколько представителей российских мотошкол. Посмотрите, мы нарисовали вот такую трассу. Здесь у нас международный уровень. И сейчас мы разомнемся, потренируемся, прокатимся в другую сторону. И потом устроим зарубу по моторадео. Зачем ты сюда приехал? Посмотреть, что такое моторадео. Моторадео, я, ага. Ни разу этого так, не видел. А вот эту трассу ты попробовал? Да, я уже проехался несколько раз на Навике. На Навике. Маленький мотоцикл. Да, да. И один раз проехал на Энфилде. Ага. И как ощущения? На Навике гораздо проще. На Навике гораздо проще. Вот, техника решает. Вот он, Навик, поехал, да. Ох, Слава едет со срывами. Ну, чувствуется, что можно еще потренироваться. Да, и интересно будет все-таки взглянуть на моторадео, как это выглядит. А я набираю смелости. Здравствуйте. Набираешь? Набралась? Нет, еще пока. Сейчас поедешь? Да. Хорошо. Поеду. Отлично, отлично. А ты зачем сюда приехала? Мне нужно было научиться ставить байк на поднос. А, вот за этим. Да. Ну как, научилась? Да, научилась. Получилось у тебя? Получилось. Я не ожидала, но у меня получилось. Молодец. Кто тебе помог? Ты мне помог. Я помог, спасибо. Миша, ну что, мы с тобой, даже, наверное, по большей части ты, как всегда. Не-не, ты медийная личность. Мы снова с Михаилом я на закате. Собрали, организовали людей, они сами собрались, приехали. Просто кайф. Очень много народу. Ждем теперь всех 10 числа на соревнования. Да, я тоже хочу на пляже, там дрэк-рейс, там родео тоже. Сейчас вот мы родео поделаем. О, давайте родео поделаем. Сейчас будет. Я да. В большом 28 тоже выехал на трассу, но у меня, к сожалению, нет категории А, без нее не допускают на трассу. Не допускают на трассу. В этом году нет. Кто этот? Кто этот человек? Сделаем тебе, тебя вынуждает. Погоди. А вы зачем приехали сюда? Сможем поболеть, да? Он на моторадео тоже, да? Я хотела покататься, но научилась только на FZ-ке ездить. Надо развиваться. Да, и муж взял новый мотик, и я на него еще не садилась. Классно, сейчас. Я думаю, что на продаже. Да, да, это будет на продаже. Хорошо, удачи. Привет. Привет. Ты зачем приехала? Не уходи. Я группа поддержки. Группа поддержки. Да, ну, уже. Ты когда уже будешь присоединяться? Ну, попозже, обязательно. Хорошо, все, ждем. Слава, вот здравствуйте, у нас Вячеслав, мотоинструктор, мотошкола «Партизан», город Екатеринбург, класс С1, победитель прошлой зарубы. Сегодня я болею за тебя, должен спасибо, победить. Спасибо. Моторадо, ты зачем приехал? Ну, победить. Победить. Да. Понятно. А что расскажешь вообще вот про вот этот весь движ? Он вообще полезен? Я считаю, что это нужно каждому, кто ездит на мотоцикле, чтобы он повышал свой скилл, чтобы это было безопасно, чтобы в будущем не было каких-то непредвиденных ситуаций, так скажем. Что можно сказать? Самое главное, что мы понимали, что рефлексы – это намного круче, чем удача. И мы должны качать себе рефлексы. Поэтому, ребята, welcome на тренировочку к нам. Все, удачи. Ждем. Ссылка будет в описании на Славу. Можно к Славе заскакивать. Здравствуйте. А вы зачем сюда приехали? А мы посмотреть приехали и пофотографировать. Посмотреть, фотографировать. Фотограф. Ждем фоточки. Я всех сфоткал. Ссылка в описании. Всех сфоткал. Что? Всех сфоткал. Покататься мало. Для медленных надо больше времени давать. Да, да. Ну, тут как бы больше моторадео, но это будет еще. Будем еще устраивать. Так что следите за анонсами. Здравствуйте. Здравствуйте. Какой у вас опыт? Ноль. Вы уже с ней поездили, да? Поездили. Ну как? Отлично. Отлично. Интересно. Интересно? Да. Хорошо. Ездить понравилось. А зачем вы приехали сюда? Ну вот прокатиться и посмотреть, что за мероприятие. Что за мероприятие? Потренироваться, потренироваться чуть-чуть, да. Ну, здесь, да, сейчас мало было упражнений тренировочных, было больше такое. Как бы это я. Ну, мы это с Мишей, можно сказать, организуем в Гуа впервые. Поэтому сейчас пока так немножко где-то что-то, как говорится, блинкомом. Но в целом люди довольны, и будем развиваться, и будем это устраивать еще. Правильно, прокачивать правильно. Навыки, да, потому что частенько в группах там пишут, да, что ой, там упал, пропал, разбился, сломался. Надо прокачивать скиллы и меньше падать. Точно. Моторадео будете участвовать? Нет, наверное. Нет, только посмотреть, да? Хорошо. Пообщались с ребятами, с
с участниками, со зрителями. Здесь у нас Александр Савенко, здесь Криш, я его позвал, международный уровень. Посмотрите, как едут повороты. Так, все, я сейчас снимаю, разворачиваю, в обратную сторону катанем, медленно их запустим. А вы, друзья, оставайтесь с нами, не переключайтесь, мы двигаемся дальше. Вот, тут у нас уже участники на трассе. Я только что рубился с Саней Савенко, он сказал, я чуть-чуть не выиграл, но я не выиграл, поэтому чуть-чуть не считается. Вот он стоит довольный, победитель, проходит дальше. Здесь у нас два навика рубятся, не на жизнь, а на смерть. Внимание, опасный момент, трясутся руки. Что это? Время вышло? Что это значит? Это значит, он выстоял. Ты выстоял, ты победил. Ты проиграл. Время закончилось. Ты продержался у него на хвосте нужное количество времени. Моя задача была встать от него, продержаться, и будет ничья тогда. Тогда у вас будет третий заезд. Ну ты в конце зарубил остановочку. В этом фишка и заключается. То есть ты сейчас победил, сейчас меняете. Сейчас ты первый едешь. По готовности стартую. Поехали. Так, поменялись. Пошла заруба двух навиков. Навики. Тут главное, да, не входить в азарт и не падать духом и телом. Сохранять спокойствие. Блин, тут непонятно. Никто не видел, да. Ты точно видел? Ладно, оставим пока. Сейчас. Да, он уходит. Вот там точно конус с той стороны проехал. Что, Сергей побеждает? Победил. Конус не с той стороны объехал, говорят, дважды. Да, здесь важно еще. 2-0, то есть победа с Сереги, да? Да, Сергей. А, я решил. Ты первый, все. По готовности стартуй, я время засекаю. Давайте повнимательнее по конусу. Повнимательнее, да, и при следующей тоже отслеживайте. Так, здесь у нас следующая пара. Ребята, новички, впервые пробуют себя в этой дисциплине, моторадео. Здесь конус есть. Стоп. Вторая попытка. Счет 1-0 в пользу участника в белом шлеме. Его задача продержаться на хвосте минуту, повторить всю траекторию. Так, он вроде как участник на Энфилде уходит в отрыв. Участник в белом шлеме как-то не особо отслеживает. Но держится. Участник в белом шлеме – это ученик школы МТ Мотоспорт. Он недавно, так сказать, отучился или, может быть, все еще учится в школе, заканчивает свое обучение. Поэтому человек в соломенной шляпе, скорее всего, он уже... А мы у него сейчас и спросим, какой у него опыт. Так, что-то там пошло, да? Ух, отрыв какой большой уже становится отрыв. Да, здесь становится опасно уже. Опасно потерять траекторию. Так. Давай. Время? Да. Так, ну что? Ничья. Третий заезд. Что и все смотрят, да. Ну как бы отрыв считается большой разрыв, что они. Скидывайтесь. У тебя был большой отрыв, но ты не проиграл. Траекторию я сохранял. Да. У вас три. Ошибки не было. Не было. Сейчас у вас ничья. Сейчас конус много скидывается, кто победит, решает, нет, он ведущий или победитель. Раз, два, три. Ты решаешь. Я первый. Так, пошла заруба. Третий раунд. Скорее всего, он будет недолгим. Почему-то мне это так кажется. Но это только кажется. Участник в белом шлеме выбрал неспешную тактику. Поработать на маневры, на технику, на техничные. Так. Ушел, вписался. Есть. Все, сбил конус, к сожалению, и проиграл. Расскажи мне, пожалуйста, у тебя какой опыт, стаж? 2 месяца. 2 месяца, понятно. Где учился? Здесь. Здесь? Сам учился? Да.
А инструктор был? Без инструктора, сам сел, поехал. Молодец, отлично, поздравляю, ты проходишь финал. Следующий. О, Дарья, инструктор мотошколы «Партизан», город Екатеринбург. Так, ну что, готовы? Правила знаете? С буксами, с отрывами, с камерой уходит Сева в закат, оттопыривает коленку и объезжает все конусы. И еще успевает смотреть назад за Дашей. Но Даша не простой участник, а Даша мотоинструктор. И она знает, как управлять байком не понаслышке. И еще и учит. Она знает, что первый вниз, вот мне подсказывают люди, зрители. Но Сева тоже не просто так. У него есть какой-то опыт, но он сбил конус. Сбил конус, к сожалению. Неплохо шел. Давайте на старт. Как из меня комментатор? Нормально? Супер, супер, мне да? Очень нравится. Я с каждым разом все лучше. У меня тоже в телефоне. Да, да, я тоже это понимаю, да, у тебя там. Так, у них вторая попытка. Даша, молодец. Уходят в закат. Участники улетают на трассу в Моторадео. И начинается у нас слоурайд. Бах! И глохнет. Вот это неожиданный поворот. Чистая победа. Даша победила. Аплодисменты Даше. Наложу на пост обработки. Так, так, Даша, молодец, продвигается. Теперь твоя очередь. Да. Кто же нам будет сигналить? Сейчас я электронику отключу. У тебя там какая-то заряжена. Как тебе Aerox в целом? Хуйня. Согласен. Ничего не понятно. 18 косарей в месяц. О, ну ты урвал себе, конечно. Только из-за цены или... Не, ну он не едет. Он не едет. Не едет. Сейчас посмотрим. То есть взять тот же N-Torque, он будет максималка поменьше, но у него подрывитость. Нет, а посадка тебе как? Ну, мне нормально. Нормально. Лучше людям, которые вот своим... Да, мне вообще не понравилось. Так, ладно, всем удачи. Здесь у нас снова партизаны на трассе. Слава. Все, понеслась. Нет времени объяснять. И поехали сразу, пацаны уже серьезные. Серьезные, быстрые, резкие, заряженные мотики. Едет у нас. Вот это да, вот это слайд. Вот это уход. Это очень красиво, очень зрелищно. Но Слава тоже у нас не просто так управляет Гималаями. О, слоурайд. Так, отмена слоурайда. Здесь у нас разворот. Затычный, Слава вписывается. Но теряет расстояние. Пошла. Так, к сожалению, в этот раз опасно. Подсобраться надо. Так, ребяточки, на старт. Это Моторадео, ребята. Здесь все серьезно. Здесь даже сам Александр Савенко приехал. Итак, Слава стартует. Уносится в отрыв. Ему надо побеждать, иначе это будет проигрыш. Так, выполнять затычные траектории, сложные дуги на высокой скорости. Вы заметили, да? У нас скорость здесь повысилась. Да, кружит, вертит, уходит, пытается уйти. Закрутил, завертел, сами все видите. Вращение, так, вписывается. Очень-очень горячая заруба. О, срыв колеса удерживает. Кто? Да не садился. Лежит. Он сам упал. Ветром сдуло. Я не задел. Он лежит. Блин. И у нас есть видеофиксация. 1-1. Я прям на него вот так вот смотрел. Я видел, что он не упал. Нет, я не задел. Он... Блин, ну я отвечаю, что я его не задел. Да. Я просто ее смотрел. 1-1 в итоге. Саша. Что скажешь? Мне нравится. Нравится? Неплохо. Неплохо. Фулл старт. Да, блин. А, ты два. А! Все. Ну, из воздуха. Ты слишком быстро едешь, да? Я вот так посмотрел специально. Да, ты уехал, его ветром сдуло. Турбулентные потоки все равно. Итак, следующий участник. Я знаю, он тоже грешит обучением людей. Тяжелая артиллерия на трассе с пробуксовочкой. Врываются на трассу два участника.
и началась заруба. Так. По экипировке. Один в шлеме, другой в локтях и коленях. Кружит, вертит. Пока что второй участник держится на хвосте плотно, с небольшим запасиком. Все повторяет без особых затруднений. Алексей на красном энфилде пытается уйти, и, по-моему, у него немножко получается и задевает конус. Вон он лежит. Конус. Так. Вторая попытка. Давай на старт. Так, уходят. Ушли. Умчали. В точку. Дал, ушел. Лютые контрсвесы, перекладки, какие-то лишние повороты движения рулем зачем-то, чтобы обмануть участника, соперника, чтобы завести его в заблуждение. Кручу-верчу рулем. Хочу оторваться, выиграть, победить хочу. Кто же у нас сегодня победит? Так. Неплохо. Ребята справляются с энфилдами. Используют контрсвес. Да, взгляд вдаль, в закат, в горизонт. Все правильно. Слоурайдик был, небольшой попытка. Но вот еще одна. Такие затыки, да. Кажется. Нет, держится. Так, что там со временем? Ну ладно. Все, продержался. 1-1, да? Да. Ну что, как, волнительно? Но... Алексей, что ты придерживаешься? Хочешь победы, да? Так, ладно. Скидываются ребята, кто поедет первый. Потому что у них 1-1. Оп, и сразу. Медленная езда. На тяжелых индийско-английских мотоциклах. Слоурайд. Пытается поймать, но мало почему-то держит. Не додерживает. Надо чуть дольше держать. Вот так. Хорошие уходы, хорошая техника. Пилотирование. Тяжелых индийских байков. Конуса все стоят на месте. Кручу-верчу. Оторваться хочу. Так. Ну тут прям на равных. Здесь прям на удачу. Здесь прям должно что-то такое произойти. Так, вот, пожалуйста. Так, все, вписывается. Да, на серой зоне. Так. Слоурайд, вот он, слоурайд. Мало подержал, слоурайд. Вот здесь. У нас, по идее, минута. Ты победил, ты не ушел. Ура, поздравляю. О, это заруба была, да? Прям всю минуту выкатали, ребята. Здесь у нас сразу два инструктора из одной школы. Екатеринбург. Партизаны. Партизаны на трассе, внимание. Саша, Даша. Сейчас будет красиво. И зрелищно. Фаяфа, пыль пошла. Так. Так, пошла. Инструктора на трассе. Разные мотоциклы, но это нисколько их не останавливает. Саша выкручивает полностью все из своего Thunderbird'а. Даша поспевает, будь здоров, на FZ-ке 150. Так, пошел отрыв, разгон. Хорошее сцепление, хорошее чувство тормоза, баланса. Ребята подготовленные, заряженные на победу. Оп, такой маневр у нас тут. Но Дашу этот маневр не пугает. С легкостью все Дарья повторяет, без какого-либо напряга. Время вышло. Даша победила в первом раунде.
Вторая попытка. Решающая, наверное, скажем так. Так, здесь затык, затык, затык. Медленный, медленный. Вращение левое, вращение правое. Ребятам привычные эти положения. Руль в упор, руль в блок. И для них это привычное. Так, сигнализирует судья. Фиолетовый конус с другой стороны. Кто проехал? А, Даша, да? 1-1. Ройл. Точно? Да. Так, мы посмотрели видео, повтора, ошибок не было, перезаезд. Все правильно, судья бдит. Все правильно, бди. Продолжай наблюдение, поехали. Время. Так, перезаезд. Серьезный замес. Инструктора на трассе выясняют, у кого яйца больше. Кто лучше управляет мотоциклом. Ну, тут не столько, конечно, про яйца. А, Саша, все. Задел конус. Даша выходит в финал. Юху! Девушки рулят. Да, смотри, Даша, вообще прям... Так, кто следующий? Я с Дашей. Ты с Дашей? Да. О, сейчас будет горячо. Поедут те, кто остался. Победители. Они между собой сейчас рандомно пойдете, как хотят. Так, у нас следующая пара. Финалисты. Слава и Даша. Снова школа партизан. Партизаны, они везде похожи. Чем, как говорится, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Но это не про ребят. Ребята у нас совсем не толстые, стройные, поджарые. Спортивные, любят байки, ухаживают, берегут, холят и лелеют и приучают к этому своих учеников. Посмотрите, какая красивая у нас здесь заруба, мото-родео. Просто загляденье, голова закружилась. Так, так. Динамичненько, красивенько. Дети на трассе. Дети. Ну, этим ребятам можно доверять. Они детей не задавят, но детей с трассы надо, конечно, убирать. Время. Так, Слава победил. Слава. Так, сразу у нас тут флоурайд. Надо держать подольше, чтобы был эффект. Так. Держим, Слава. Он меня, конечно, не слышит, но я так мысленно. Даша неплохо справляется. Держится вообще легко в эрелизе. Конус! Слава победил! Победный разворот. Да, тут коварность, да. Мало того продержаться, да, одно неверное... Лишнее движение рулем и слетаешь с траектории, наезжаешь на конус. К сожалению, Даша выбывает. Круто. Так, следующая пара у нас. Кто победитель? Сергей на Honda Navi победил. Бородачи атакуют. Один. Шляпа у вас, ребята, эпатажная. Вы у меня будете на обложке, значит. Раз, два, три. Опа. Так. Жеребьевка, жеребий кинут и понеслись. Ребята уносятся на трассу, залетают. От Навика, конечно, на Энселде тяжковато будет уходить. Сережа, опа, нога. Все, сходим с трассы, быстрая победа. Сергей в пиратской шляпе на Навике. На Навике побеждает. Так, конус проигравший ставит на место и приезжает на старт. Неплохо. Как? Все хорошо. Мой скилл увеличивается с каждым заездом. С каждым. Отлично. Да, поготовимся. Так, вторая попытка, второй раунд.
на Навике. Сережа уходит легко и непринужденно, без оглядки. Крутит, вертит конусы, объезжает. Ему надо использовать техническое преимущество своего скутера. Так, у второго участника почему-то вылетела передача. Видать, пятка неправильно лежит. Сергей тем временем уходит в отрыв. Пользуется. Так, все. Судьи зафиксировали неповторение траектории. Сергей побеждает. Сергей проходит финал. Поздравляем. Отлично. Саша разминается. На этом мотоцикле. Ой, на Навике, я думаю, преимущество. Преимущество, конечно, да. Надо использовать. У него маленький радиус разворота. А так, конечно, все в уровне сейчас. Нормально, в уровне. Прокачался, да? Хорошо. Да, все прокачались. Ну, молодцы, молодцы. Безопасность наше все. Вот они, мастодонты, мото-джимханы. Я? А я ж проиграл. Давай с тобой проедем. Давай, давай, конечно. Сейчас солнце еще пока высоко. Сейчас мы определим победителя, а потом будем уже так докатывать, скилл повышать. Снова у нас инструктора, конечно же, на трассе. Саш Савенко, многократный призер многократных всяческих дисциплин. Но на трассе, ух ты, вот это разгоны, вот это хода, пыль. Все, Слава уходит. Саша держится на хвосте. Саша очень опытный райдер. Для него это все это легко, для него это все знакомо. Я очень рад, что он посетил наше мероприятие. Как он шутит, я его единственный фанат. Конус, конус. Саша, как ты мог? Ну что ж такое? Ладно, поддержим, поддержим, похлопаем. Пошумим. Пошумим. Так, техническая инспекция проверяет давление в шине. Как там давление в норме? Спущено, все, держак есть, да? Все, можно начинать. Минута 17, время пошло. Да, специально. О, пошли разгоны, прорывы, торможение. О, пошла трасса, расходимся. У-у-у! Пошел слайд. Пошел вращение, вращение. Закручивать, закручивать. Хорошо, пыльнули. Так, вот слово, слово, попытка слова. Не попался. Здесь Саша следит, ловит, ловит. Ждет момент, когда можно обхитрить, обмануть Вячеслава. Но Слава легко на своем гималайце с кофрами. Легко. Что такое, нога? Ну как же так? Слава прорывается. Ну, по-моему, мы теперь знаем, кто у нас. Пыли наглотался. Да вы там газнули, пыльнули. Нет, ты ему проиграл. Да. Саша, ну это как так? Шут, нога сорвалась с подножки? Да нет, просто топнул два раза. А-а-а. Ну азарт, азартный ты, конечно. Ну да, круто, погнали. Ничего себе, ты в финале? Ну, так получилось случайно. Случайно, ну давай, давай, должен сделать. У тебя все, ты на навике, у тебя технические превосходства есть. Так, у тебя более компактная маневренность, поэтому пользуйся этим. Такие все, да? Давай, давай, я не понял. У тебя какой опыт, сколько? Сколько? Ты за рулем. Так, я не считал, может быть, 5 месяцев. Ага, ну хорошо, отлично. Так, случайный участник, видимо, как-то так это совпало. Фортуна улыбнулась Сергею. Сейчас будет немножко... Здесь техническое преимущество Honda Navi против опыта
и... Ух ты, опасный маневр. Да, 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 да. Это маневр для того, чтобы обмануть. Ты слишком быстро едет, Сергей, волнуется, конечно. Но тут, скорее всего, Слава победит. Я так подозреваю, потому что Слава на опыте едет, на расслабоне. У него тоже неплохой, на самом деле, выбор от руля. А Сережа, он включился в игру, он азартный, видимо. И он едет сейчас на стрессе. Он едет сейчас, очень стрессует. Слава едет сзади, там его рычит, как бы пугает, пытается пугать своего противника, соперника, оппонента. Вот, Сережа делает всевозможные попытки, но время неумолимо бежит вперед. И задевает конус в ужасе, уходя от Вячеслава. О, срыв колеса. И у нас второй заезд. Сережа, поспокойнее. Ты как-то стрессово поехал. Такой, а, блядь, что такое? Ухожу. Он едет на чили, не торопится. Ты там суету наводишь там. Сам себя обманываешь. Так, здесь у нас сразу слоурайд включается. Мало подержал, мало. Держи больше, держи, 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 держи. О, ей! Слава! Победа! Победитель! Очередной! Он в прошлый раз победил, в этот раз победил. Что ж такое? Теперь можно аутсайдером покататься. Аутсайдеры, вперед! Кто проиграл, давайте покатайся. Так, ну что, отлично. Тут все выиграли, кроме меня. Все выиграли, все победили, все получили. Слава, поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Че, с кем хочешь прокатиться? С Виннером. С Виннером. Хочешь показать, кто на самом деле Виннер? Попробовать. Ладно, мы сейчас посмотрим. Мы сейчас посмотрим. Ты победишь? Я... Так никто не говорит, Влад. Да? Блин, я тебя не узнаю. Ты только лохи говоришь. Да? Я победил. Я никогда не побеждаю. А, понятно. А как говорят профессионалы? Профессионалы вообще по большей части молчат. Молчат. Ладно, ладно. Я буду молчать. По отношению к этому. Так, сразу slow ride. На-на-на. Давай. На-на-на-на-на. Есть! 1-1. Он вообще на месте стоит. Вы посмотрите, что делает. Он что он делает? Что же ты наделал? Как ты посмел? Да, это была отличная заруба, друзья. Присоединяйтесь к нам, приходите, приезжайте. Вот такой вот моторадео. Следить, следить, да. Следим, смотрим за спину, прокачиваем скиллуху. Такая она. На закате. Какой красивый закатик. Так, ну тут отрыв большой. Да, это уже все, похоже. Да, это уже все. Слишком далеко уехал, да. Это уже, там уже и непонятно, кто где едет. Там не только я увидел, то где-то объехал, не слышал. Слишком большой разрыв. Может быть, да. Слишком далеко. Так, кто? Ребят, кто еще готов? Ты готов. Даша готова. Кто с Дашей готов? Я. Давай. Это Даша? Нет. Кеша, можно? Даша красивее всех, кстати, едет. Я обратил внимание. Прямо образцово показательно. Красивее всех. Красивее всех едет. Чётенько, без ошибочек. Приятно слышать. Агрессивным станешь.
не близко. Итак, здесь у нас последняя заруба чемпионов и экс-чемпионов Александр и Вячеслав. Только что попал мой заезд на видео с Дарьей. О, Саня там в слайде чисто уходит вдаль. Следим за конусами. Саша хочет победить победителя, чтобы спать спокойно. Ой-ой-ой-ой-ой, он его заманил на скользкий участок и выкинул его, как и сам чуть не выкинулся. Да, это был скользкий участок. Стекло. Кофры отработали. Стекло? Там стекло. Это я бросил бомбочку. Стеклянная бомба. Как это стеклянный дрифт. Подскользнулся на стекле. Нет, это не стекло, это вот это грунт, камни. Ты... грунт. Да, да, он тебя выманил, заманил. Вот твои следы, вот. Здесь скользко. Надо не забывать. Аккуратнее. Коварный прием был использован. Ну, я надеюсь, это было не специально. Да, выехать на скользкий участок. Потому что Слава едет агрессивно. И это можно использовать, так сказать, против себя. Тут же у нас слоу-райд. Саша сразу же держит дистанцию. И все получается. Вращение, вращение. Ищем траектории, ищем возможности уйти. Слава хочет победить, сохранить свой чемпионский пояс. Так, здесь вращение сюда за синенький. Слава едет быстро, агрессивно. Немножечко как будто бы даже уходит. Так, там я что-то не видел, но все следят за... Так, 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 так. Все, задел конус. Да, задел. Это что, 1-1? 1-1. 1-1. Третий раунд. Третий, решающий. Такое, конечно, так вообще-то не по правилам. Это уже грязная игра пошла. Грязная заруба чемпионов. Грязные приемчики используются всяческие. А, так, я куда пошел-то? Просто хочется подснять лучших ракурсов. Такое видео не часто можно увидеть в Гуа. А практически никогда. Но дорогу мы раскатали, будь здоров здесь. Так, 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 так. Вообще рубило, вообще ничего себе углы. Вы посмотрите, вот ребята разошлись не на шутку. Так, уходит Слава, уходит вдаль. FZ-ка новая, недавно купленная, еще на обкатке, но тоже вырывается путь. Так, 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 что такое? Ждем, ждем, уходим, уходим. А время-то кто-нибудь засек? Что там по времени, господа судьи? Время вышло, и Саня побеждает! Ё-моё! Саша добился своего. У-у-у! Так, друзья. Такой закат красивый. Ну что, молодцы, ничего себе ты, Саня. Добился своего, да? Наказал чемпиона, да? Можем ради интереса махнуть мочкой. Кстати, а давайте, да. Давайте. А ты, кстати, грязную игру вначале, ты еще не успел выехать из ворот. Я когда иду в шлеме, ты едешь без шлема. Когда едешь без шлема, ты шлем одеваешь, да? Это какой-то... Ну, я просто спросил, динамика побольше, я подумал, лучше одеть шлем. Да, да, да. Как бы скорость маленько повыше, лучше поберечь голову. А, вот она как. Не, я просто снял, я понимаю, что чуть обзор-то получше, особенно вот в этом. А-а-а. И я такой думаю, дай-ка попробую. Да ну, нет, ты, на самом деле, два без шлема. Я не одеваю, потому что жарко, потому что скорость небольшая, как бы. А мы с тобой. Так, вот это вот на старте и сразу слоу-райд, это нехорошо, это грязно. Ну, и, да, и... Нет, Слава, это прием. Почему? Это всегда ты делал. Нет такого. У нас правила. Всегда на соревнованиях. Ребята, вообще со старта второй выход из стартовых ворот. Да. После этого возможно.
Если по правилам. Ну у нас как бы маленько не так. У нас часто так делают просто на старте, смотри, прямо. У нас сейчас делали так, знаешь как, вот мы стоим вот так. Ага. Стою вот так, типа. Я стартую, беру вот так. Да, вот так нельзя делать. А у нас старт друг за друга ничего. И когда ты стоишь первым, то что ты не тратишь, и тут ты стоишь стартов ворот, делаешь лист, у тебя стартует, так ума, выезжай, и резко тормозит сразу стартов ворот. Да, да, да. Поменялись мотоциклами, ребята, чтобы окончательно убедиться в своей скиллухе. FZ-ка совсем как будто бы не едет против 400-кубового гималайца. Саша решил использовать преимущество мотоциклов. Большие прогоны, пыльные. Что такое? Все? 1-1? Я готов с тобой! Да, видно было, не было, но... Но было. Но по-честному, но было. Так, slow ride. Оп, 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 оп. Пахнет уже моторами, резиной, запах стоит. Разгоны. Надо будет просмотреть. Есть подозрение, что... Так, и что? Говорят, да, не повторил траекторию. Я там засомневался, во втором было то. Ну да, но он сам по себе как бы более громоздкий. Не, ну он в плане того, что Сэпа, как бы ты вот флоурайд вначале сделал, я что-то вообще потерялся. Как бы привычный, знаешь. Не, ну в этом фишка, в этом-то есть кайф, когда ты на разные. Да, да, круто, круто. Офигенно. Будем практиковать. Владислав! Е! Спасибо вам, что вы. Да, Саня, давай, спасибо, что примчал. Это очень круто, да. Ну мы будем, да, как-то там, как пойдет, да раз. Ну, следующая суббота, это Парадайз. Да, там тоже будет. Так что подтягивайтесь. Да, будет отлив на пляже, на песочке, на закате. А? Уже делали, да. Ну там нет камней, там безопасно. Там даже есть приложение. Ну что, друзья, как вам? Очень понравилось. Понравилось? Круто. Сейчас мы придем на Парадайз. Да, спасибо, что приехали. Будем давать на победу. Да, да, надо по классам разделиться, хоп-хоп, видите, вот. Сергей почти дошел до финала, чуть не победил, да, удивительно, случайно, образом, необычно, да. Ну как случайно? Не случайно, да, он все-таки, да, это не случайно, да, он был на прошлой тренировке, он там поднабрался опыта и уже говорит, я расту, я чувствую, как мой скилл растет. Ну да, плюс навик он все. Да, он легче, да, но да. Он умело воспользовался преимуществом. Преимуществом, да, техническим своего мотоцикла, да. Не случайно. Не случайно, действительно. Ладно, спасибо большое. Так, друзья. Да, спасибо. Благодарю. Так, друзья, ну что, мы будем заканчивать видосик. Вот такой видосик получился. Подписывайтесь, соответственно. Приходите, тренируйтесь, кайфуйте, участвуйте, развивайтесь. Как говорит Ян Лопатков, прокачивайте мозги, прокачивайте скилл. Спасибо, что были с нами. Очень круто. Спасибо. Пока.